11-летняя Всероссийская спартакиада по легкой атлетике 2022 проходила с 22 по 24 июля в Челябинске. Поучаствовать в ней в город на реке Миас приехали представители 45 субъектов страны. Мордовию на ней представили 8 человек. Для региона я считаю, что это серьезная цифра, потому что без команды мы практически повезли полную команду. Результаты, по результатам я скажу так, кто-то из ребят выполнил поставленные задачи, кто-то недоработал. И это говорит лишь о том, что есть к чему стремиться, есть над чем работать. По результатам командного первенства «Суперлига» представители региона 13 заработали 250 очков. В ходьбе на 10 километров сразу 4 лучших результата показали наши юноши. Максим Денисов заработал 100 очков, Алексей Лемонов – 70, Андрей Денисов – 50 и Кирилл Чудайкин – 30. Среди девочек лучшей стала Маргарита Бусарова. Она участвовала сразу в двух дисциплинах – беге на 800 метров и на 1,5 километра. Я выполнила все свои поставленные цели, показала хороший результат, личные рекорды. Сами соревнования мне тоже понравились. День старта было очень жарко. Но погодные условия не повлияли на мой результат. Трасса мне понравилась, организация была на высшем уровне. На самом деле перед стартом очень было сильное волнение, потому что хотел выложиться по максимуму, и мечтать мне это получилось. Впереди у ребят еще не одни соревнования. Уже 2 августа они впервые примут участие в чемпионате России по легкой атлетике, куда включена дистанция на 10 километров по спортивной ходьбе. 25 и 29 августа сильнейшие ходоки встретятся на спартакиаде, которая пройдет в Челябинске. А уже в сентябре наши ребята представят Мордовию на Кубке России в Костроме. Анастасия Селигина, Станислав Семин. Народные новости.